Здравствуйте, я из Санкт-Петербурга. Привет всем. И показываем мы самое лучшее место проведения времени отдыха. Вот такой замечательный у меня отдых. Очень много длится. Вот такой мы здесь отдых. В кавычках называется. Вот такой замечательная моя тропочка. Вот с такой я горочки не могу никак спуститься, потому что она бывает скользкая, и подняться. Вот такой домик у меня. Такая замечательная у меня природа. Все красиво и нарядно. Так что ищите отдых и найдете. Вот я нашла свой отдых. Вот такой замечательный у меня отдых на природе. Моя природа. Природа моя. Вот такая вот природа. Все, я на природе. Вот здесь мой личный каток. Вот моя горка, где живет снеговик Ку-Ку. И вот такая у меня замечательная супер природа. Сейчас пойдет электричка. Заснимем. Такая классная. Сегодня солнечный день. Манит встретиться с природой. Сейчас пойдет электричка. Электричка. Поехала в город Н. Природа вокруг города Н. Такой замечательный кустик вырос. Его так красиво украсило. Вот здесь очень... Я видела большого кузнечика самца. Супер. Огромный. Наверное, полпальца мизинчикова. Вот такой. Потом к нам приходил кротик симпатичный, черненький, такой умненький. Людей не идет, а входит. Ну, его, конечно, могут поймать. Ну что, один раз тут бабочки очень. Все было покрыто черными гусеницами, все кусты. Бабочки столько яиц отложили. Ну, быстро они превратились в бабочек, улетели. Один раз тут такая муха есть, агрессивная. Но она так вроде как все плохое уничтожает. Но один раз поймала шмеля, наверное, который шмель, не самка. И отрывала ему вместе со своей подругой ему крылья. И, то есть она питалась им, отрывала все мясо от него. Вот. А еще один раз муравей, когда уже закончил свое дело, он тоже отрывает свои крылья. Вот такие были интересные истории. Всего хорошего. До свидания. Пока-пока.